Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Kia Picanto 2012 года выпуска. Двигатель 1 литр бензин. Механика, передний привод. Пробег на автомобиле 70 тысяч километров. Заменю масло в двигателе, воздушный, масляный и салонный фильтр. Открываю капот. Открываю маслозаливную пробку. Масло грязное и 5 миллиметров выше, 6 миллиметров выше минимума. Открываю крышку воздушного фильтра и меняю воздушный фильтр. Защелка раз, защелка два. Сзади направляющий просто приподнял, но чувствую, придется снимать патрубок. Беру отвертку и ослабляю хомут. Снимаю патрубок, снимаю крышку. Фильтр грязный, но не смертельно. Берем новый. Закрываю воздухозаборник и продуваю. Новый фильтр фирмы Zekert LF2184. Ложу его на место. Крышку направляющими вставляю сзади. Фильтр заменил, поднимаю автомобиль и сливаю масло. Поднял автомобиль, снял защиту. Фильтр сначала не откручиваю, откручиваю масляную пробку, маслосливную. Ключик на 17 на пробке. Пусть стекает масло. Вот, сейчас масло стекет. Я все равно потом сверху немножко свеженького масла налью, чтобы продавить. Откручиваю фильтр.
Беру новый фильтр фирмы Zekert OF4182. Смазываю у него резинку. Открываете банку масла, то, которое будете заливать. Кто-то отработкой мажет, я свеженьким мажу. Смазываю резинку, смою сейчас здесь. И закручиваю фильтр на место. Все, фильтр прикрутил. Теперь сверху налью немножко свежего масла, чтобы с поддона выдавить старенького. Ну вот, залил примерно 200 грамм свежего масла. Видно, уже побежала светленькая. Сначала побежала черненькая, что смыло сверху, что смыло снизу из поддона. Ну а теперь можно закручивать пробку. В принципе, масло уже он светленькое бежит. Здесь что-то еще не смылось. Ставлю защиту, опускаю и заливаю масло. Заливаю масло. Масло я открыл. Фильтр смазывал 5.30 фирмы Total. Номер для заказа 175 393, банка 5-литровая. Заливаю примерно 3 литра и потом уже запущу двигатель, дам поработать полминутки, минутку, глушу, и пока меняю салонный фильтр, у меня масло стекет, я уже выставлю уровень по норме. Залил 3 литра, остаток 2. Запускаю двигатель.
глушу и иду менять салонный фильтр. Открываю пассажирскую дверь, открываю бардачок и по бокам в бардачке сейчас свет добавлю. Поворачиваю вот эти фиксаторы. Они съемные, против часовой стрелки их снимаем. С одной стороны и с другой стороны. Все, бардачок можно опустить. И вот она, наша крышка фильтра. Открываем крышечку. По бокам нажимаем фиксаторы. С одной стороны и с другой стороны, сверху садится посередине. И достаем фильтр. Фильтр, похоже, очень давно не меняли. Забитый совсем. Беру новый фильтр фирмы Zekert IF3171K. Вот такой фильтр идет. Здесь стрелка, вот она указана, мы ее ставим вниз. Все, кассету я завел, одеваю крышку и защелкиваю ее. Одеваю на место бардачок. И одеваю на место фиксаторы. С одной стороны. И со второй стороны. Все. Салонный фильтр у нас заменен. Идем проверяем масло. Проверяю уровень масла. Щуп вытираю. Масло 1 сантиметр от максимума. Добавлю 200 грамм масла. В принципе, учитывая то, что 200 грамм я масла пролил, старое, здесь 3 литров на замену хватает.
закручиваю на место пробку. И на этом замену масла в двигателе масляного, воздушного и салонного фильтра я закончил. Всего вам доброго!